Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в красные зоны праздничные продуктовые наборы и открытки с пожеланиями. Соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» навещают ветеранов дома. В преддверии Нового года партийцы Подмосковья проведут ряд акций. Одна из них – «Елка желаний. Мы вместе». На елках, установленных в исполкомах и общественных приемных, размещаются открытки с желаниями, которые загадали воспитанники детдомов, ребята, посещающие социальные реабилитационные центры. Представители партии и партнерских организаций смогут в течение декабря и января исполнить их мечты –